вторник в Самарской области пасмурно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем минус 6, минус 8 градусов, ночью 7-9 ниже 0. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность. В светлое время суток минус 6, в темное минус 8 градусов. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, но проглянет солнце. Днем минус 6 градусов, ночью 7 ниже 0. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями, днем минус 7 градусов, ночью 9 с минусом. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.